все. Вот. Мы вас любим, уважаем. Мы стараемся, чтобы у вас был такой же сад, как у Сережи, дяди Сережи, у Тимофея. Вот он уже прикладывает определенные усилия, все сами убедитесь. Мамы Тимоши и Сони. Это напоминаловка, видите, она пасует. Начинается учебный разговор. Перед ней косточки еще сухие. Получаете, раз потрошите. Мне десятки вопросов, а я говорил, отвечу на вебинаре. Разорвете, по стаканчикам разложите и сразу в холодильник. Все. До сертификации. Вот эту фотографию мне прислали. Человек очень ответственно отнесся к этому делу. Вот, дело в том, что слива, вишня, это уже вишня, слива уже начинают так. Значит, я немножко часть сливы уже застрессировал, начиная где-то числа с 10, так, с 8. Я страну делю по зонам, вы помните, север есть, есть юг, есть еще серая зона та самая. Значит, на юге уже в марте, наверное, можно садить. Значит, а южане, ну поверьте, что Украина окажется на юге, вот, наверное, именно пора уже посылать хотя бы сливы уже в сыром песке. Вот, ниже чуть подробнее. То есть сам принцип вы поняли, да? Абрикосы начинаю с апреля, ой, с этого, с февраля, и там та же разбег. Ага, посмотрел на, я на эту, на адрес, ага, пора. Мокрые, а рано высылаю сухие. Вот так. А вот так, чтобы все чисто сухие, высылаю последние денечки. Дальше уже будет разбег. Значит, вот эту фотографию мне прислал кто-то из вас, друзья. Вот. Она мне поразила чем? Дело в том, что мне в этой жизни ничего случайного никогда не бывает. Вот здесь, наверное, я не считал, может быть, 1000 людей, может быть, и 2. Вот прятались под одним деревом. Дерево вроде и выдающееся, но ему дали вырасти таким. А теперь представьте себе, не люди, а мелкие существа, которые живут под этой крышей. Часть из них живет прямо на почве, часть живет ниже уровня почвы. Ну, сами понимаете, о ком речь идет, сейчас будем точнее. Вот. Трава остается на месте, правильно? Значит, дерн остается нетронутый. Вот. Каждая травинка, сегодняшний вебинар посвящен грушам, но я беру пока шире. Каждая травинка, она на 0,01 часть взяла в себя, питала землю, а 99,9% это из воздуха, это усвоенный азот, углерод и так далее. И вот получается, что все, что он сейчас косит, остается на месте, плодородие почвы увеличивается. Так? Вот. Тимош, мы же не собирали эти груши? Yes. Нет. Казалось бы, срочно, это все книги, все как один. У нас как-то странно, что мы считаем, что это все должно остаться. Это часть плодородия. Так? Нет. Вот. А то, что у нас и слишком много, но мы же не виноваты. Вот. Идем дальше. Вот это вот глубокая осень. Ну, участок этот принадлежит абрикосам. Естественно, мы их собрали подчистую. Тут уж вопросов нет. Вот. Собрали подчистую, и все это плодородие, в данном случае это осыпавшиеся листья, оставили для подземной живности. Подчеркиваю, подземная живность не тронута. Вот. Кормежка обеспечена. То есть плодородие не падает. И так почва остается не тронута. Вот. А это рядом что? Правильно, огород. Куда мы деваем ботву? Заметьте, не убрали отсюда, а сюда. Здесь не обязательно, можно раскидать, как угодно. Можно оставить в эту кучку вот так, она перегниет. Это... Идем дальше. Вот это в данном случае дерево было предназначено для выпиливания. И в этот момент я остановил выпиливание для того, чтобы у меня была такая фотография. Она подходит, берет взрослое дерево, делает пишет, ну то есть выкапывает яму, оголяет корни. Вы представляете, и говорит,
три месяца до августа, сентябрь, октябрь, да, нет, там получается включительно ноябрь. Это все должно вот так вот раскопано, голокорни назвала это закалями. Они где-то берут эти идиотские советы, и разрушено все. Извечены корни, значит, вся цепочка уничтожена. У них эта фотография сделана, ну как сказать, просто подвернулась под руку. Не раскапывается специально, а тут получилось, что у нас уже была яма как готовая. Избавилась Бог.